Ну все как всегда, вода камень точит, ребятушки. Напоминаю, что вот от стена моего дома, куда я показываю, вот если туда идти, там у меня тоже уже начата стена. Я хочу максимально освоить возможную площадь между этими разломами Сан-Андреас. Вроде бы есть такой разлом Сан-Андреас, что-то я слышал про это. И, о, солнышко прям светит, что ли, вон, вон оно. Никогда не думал, что буду радоваться квадратному солнцу, но это факт. Так, а сколько у нас дубового бревна, можно мне сказать? Давай-ка мы туда сейчас с вами проникнем поближе. К дубам. И запасемся все-таки дубового бревна, чтобы нам ночью с вами было определенно чем заняться. Так, подбираемся вот так. Сейчас уже начнет опять темнеть. У меня такое, такое чувство, что здесь ночь длиннее дня. Я не знаю, как у вас. У меня определенно такое чувство. Так, и смотри, да, то есть он походу в Майнкрафте не имеет корней, да? Вот сейчас мы это вырубим, видишь, под ним нет уже ничего. Так, хорошо. Ага, шестая. Сейчас как минимум надо 13 штук успеть начекрыжить. Да, смотрел обзорчик какого-то чувака, ну, в смысле, руководство. Он почему-то сказал 13, но я и буду придерживаться. Тем более, что я ничего не имею против цифры 13. Цифра 13 связана с замечательной девушкой. В общем... И которая тоже относилась и относится к этой цифре хорошо. Так, ну я пока, ребят, еще не заметил особенно сильно, чтобы вот эта вся листва сама собой опадала. Нифига, она сама собой не опадает. Так, ну что, набрали мы 14, отлично. Можем еще набрать. Все равно нам это надо все будет строгать. О, палки, палки, палки. Шик. Подожди. Чтобы они не исчезли. Палки нам пригодятся. Так, и давай вот это мы дорубим. Ну и пойдем сейчас вниз крошить землю, насколько это возможно. А точнее даже, сейчас нам уже пора, ребятки, с вами. Что за ш... Что за такое? Что такое? Что происходит? Что происходит? Еще не понял, что происходит. Так, значит, по-любому стену нам надо делать двойную. Значит, блин, отсюда пошли. Так, 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 так. Ага, и вот это давай тогда срубим. В принципе, нам, видишь, уже прямо остался островок один, очень приятно.